Приглашаем всех желающих насладиться этой превосходной игрой в сопровождении чудесной погоды. Мы с нетерпением ждем отличного выступления обеих команд. Вот и свисток. Матч официально начался. Короткая передача. Шут. Аут, удар от ворот. Длинная передача. Короткая передача. Угловой удар. Длинная передача. Мяч находится за пределами поля. Шут. Гол! С таким ударом у вратаря не остается выбора. Вот и мяч. Хороший разрезающий пас. Короткая передача. Красивый разрезающий пас. Короткая передача. Короткая передача. Передача мяча своим. Возможность. Удар от ворот. Вот это хорошо. Разрезающий пас. Команда соперника получила штрафной удар. Великолепный бросок. Хороший гол. Опять. Обе команды неплохо сыграли в первом тайме. Второй тайм должен быть напряженным. Вот и свисток. Наконец-то начинается второй тайм. Короткая передача.
Разрезающий пас. Хороший разрезающий пас. Аут, удар от ворот. Передача мяча своим. Невероятный шут. Гол! С таким ударом у вратаря не остается выбора. Вот и мяч. Разрезающий пас. Короткая передача. Разрезающий пас. Этот гол очень воодушевил игроков. Опять. Передача мяча своим. Вот это хорошо. Шут! Это превосходный гол. Мяч в площадке. С таким ударом у вратаря не остается выбора. Вот и мяч. Короткая передача. Короткая передача. Ау, угловой удар. Прекрасная длинная передача. Короткая передача. Это фол. Великолепный бросок. Хороший гол. Опять. Очко. Такие голы – обычное дело для него. Вот и мяч. Разрезающий пас. Вот это хорошо.
Вот это хорошо. Короткая передача. Передача мяча своим. Как бы то ни было, счет проигравшей команды вызывает большое разочарование.